Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. Сегодня мы хотим вас познакомить со стратегией для бинарных опционов LunaFX. Стратегия LunaFX может использоваться как для торговли бинарными опционами, так и для Forex. Три разных шаблона дают сигналы разной частоты и позволяют применять стратегию на таймфреймах от M1 до H4. Удобная панель с продуманной визуализацией различных индикаторов является изюминкой LunaFX и может быть крайне полезна именно для торговли бинарными опционами. Обратите внимание, что стратегия LunaFX является платной, но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать абсолютно бесплатно. Индикаторы стратегии LunaFX устанавливаются в терминал MetaTrader 4 стандартно. Подробную инструкцию по установке индикаторов в терминал MetaTrader 4 можно прочитать в статье на нашем сайте или посмотреть в обучающем видео. Ссылки на указанные ресурсы будут в описании под этим видео. В пакет торговой стратегии LunaFX входят три шаблона, три файла с индикаторами и индикаторная панель. Каждый из шаблонов вызывает, включает сигнальный индикатор с соответствующими настройками. Luna M1 для агрессивной торговли на M1, M5 с наиболее частыми сигналами. Luna M2 для среднесрочной торговли на H1. И наиболее консервативный Luna M3, который мало подходит для торговли бинарными опционами и предназначен для получения сигналов на H4D1. Стратегия LunaFX визуализирует график, разделяя его на периоды с красными и зелеными барами, обозначая таким образом направление тренда. Наиболее удачные точки для покупки бинарных опционов отмечаются на графике метками соответствующего цвета. Красные для покупки put опционов, зеленые для call опционов. Сигналы LunaFX не перерисовываются при обновлении графика или смене таймфрейма. Настроек, которые позволяли бы изменить параметры получения торговых сигналов, в LunaFX не предусмотрено. Изменить можно только цвета баров и сигнальных меток, а также алерты оповещения. Особенно интересной является индикаторная панель LunaFX Dash. Она компактно отображает в правой части торгового терминала целых 9 базовых индикаторов, полезных для определения направления и силы тренда. Каждый из элементов панели можно настраивать под свои пожелания в отношении параметров индикатора. Давайте рассмотрим эту панель подробнее и разберемся, как интерпретировать заложенную в ней информацию. Панель состоит из следующих элементов. Визуализация значений осциллятора стохастик для таймфреймов от M1 до D1. Визуализация направления тренда по скользящим средним для таймфреймов от M1 до D1. Тренд-ограф, визуализирующий волны краткосрочных и долгосрочных трендов для 7 разных скользящих средних. Сигнал по параболическому SAR. Значение спреда. Процент индикатора Вильямса. Сигнал по MACD, сигнал по пересечению линейно взвешенной и простой скользящей средней MAX, бар процент метр, общий сигнал. В целом вся панель настроена так, чтобы обеспечить быструю интерпретацию индикаторов через цветовую гамму. Чем зеленее и ярче элементы панели, тем сильнее сигнал на покупку колл опциона. Красный обозначает вероятность падающего тренда согласно значений отдельного индикатора и, следовательно, сигнализирует о желательности покупки put-опциона. Правила торговли по данной торговой системе являются простыми, но включают в себя много разных условий, которые должны быть соблюдены. Правильный шаблон позволяет получить оптимальное количество сигналов для соответствующего таймфрейма. Для покупки колл опциона следует: первое, выбрать нужный шаблон. Luna M1 для минутных и 5-минутных графиков, Luna M2 для M15 и H1 и Luna M3 для H4. Второе. Дождаться появления зеленой метки на графике. Сопровождается алертом, оповещением. Третье. Дождаться закрытия текущего бара. Четвертое. Убедиться, что основной сигнал на панели Luna горит зеленым. Пятое. Убедиться, что панель B1, бар процент метра, зеленый. Шестое. Убедиться, что сигнал MAX горит зеленым. Для покупки put опциона следует: первое. Выбрать нужный шаблон. Luna M1 для минутных и 5-минутных графиков.
Луна М2 для М15 H1 и Луна М3 для H4. Второе. Дождаться появления красной метки на графике сопровождается алертом, оповещением. Третье. Дождаться закрытия текущего бара. Четвертое. Убедиться, что основной сигнал на панели Луна горит красным. Пятое. Убедиться, что показатель B1 бар процент метра красный. Шестое. Убедиться, что сигнал MAX горит красным. Экспирация в обоих случаях используется в 3 свечи. Давайте попробуем поторговать с таймфреймом 1 минута и экспирацией 3 свечи. Заключение. Стратегия Луна FX является сигнальной трендовой системой с жесткими настройками фильтров, поэтому она в совокупности с дополнительными индикаторами панели дает сильные сигналы для торговли бинарными опционами. Каждую стратегию мы рекомендуем тестировать на демо-счету перед тем, как торговать на реальном, а соблюдение правил риск-менеджмента и мани-менеджмента позволит вам минимизировать риски и использовать капитал максимально эффективно. Также не забывайте вести торговлю только через проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Ссылки на указанные ресурсы будут в описании под этим видео. Не забудьте подписаться на наш канал Win Option Signals, чтобы всегда быть в курсе, когда появляются новые интересные образовательные видеообзоры, а также новости из сферы торговли бинарными опционами. Если вы не можете разобраться, как работает эта стратегия, напишите об этом в комментариях к этому видео, и мы обязательно вам ответим или разберем все ваши вопросы в следующем видео. Спасибо вам за внимание. Успешной торговли!